По официальным данным, в Орловской области почти треть населения составляют граждане пожилого возраста. Это накладывает на нас еще больше ответственности. Наша задача – максимально улучшить качество жизни людей старшего поколения, создать условия для достойной жизни, окружить их вниманием и заботой, обеспечить социальную поддержку. Эти слова губернатора приводит пресс-служба администрации области. Андрей Клычков обратился к участникам семинара, который стал частью пилотного проекта «Отцы и дети». Мероприятие организовано при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. На повестке дня вопросы социализации старшего поколения. Орловская область, я думаю, что во многом являясь областью небольшой, с небольшим количеством населения, с определенными тенденциями по возрастам, понятным, точнее, показателем по возрастам, является, наверное, идеальной для реализации целого ряда существующих проектов. У нас есть система органов социальной защиты, есть разветвленная система органов здравоохранения, и я надеюсь, что мы сможем, вот, начиная эту работу именно здесь, внедрить и частные инвестиции, внедрить самые лучшие медицинские практики, внедрить опыт органов социальной защиты для того, чтобы понять опытным путем, выбрать правильный путь, который нам нужен.